Так, а сейчас мы будем снимать, как Алиса готовится ко сну и чистит зубы, да? Алиса у нас чистит сама зубы. Вечером перед сном и утром, когда проснулась, да? И завтра. И завтра тоже, когда проснешься, будешь чистить зубки, да? Да. Когда я пошу, когда я буду завтра лить. Да. А сейчас Алиса чистит зубки. Какой пастой Алиса зубки любит чистить? Какой? Как эта паста называется? Киса. Киса. Зубная паста «Страна сказок» называется. Пушинка. Киса-пушинка? Алиса все любит про кис, да? Ну, молодец. Алиса правильно у нас зубы чистит, да? Да, молодец. А другие не нравятся. Ну ладно, чисть. Да, чисть. Снизу Алиса зубки чистит, сверху чистит. С одной стороны и с другой, да? Потому что зубки нужно чистить правильно. Да, Алиса? Да, молодец. А спереди еще, спереди забыла почистить. Нет, вот так вот. Да, вот умничка, Алиса. Еще подольше. 2 минутки надо минимум чистить зубки. Ты забыла, что ли? Да? Ну, что 2 минутки надо чистить зубки. Ой, молодец. Умничка какая. У Алисы будут здоровые-здоровые зубки. И чистые-чистые, да? Большие. Да? Да. Угу. Ну, чисти. Ой. Это что, балуешься? Нет, когда зубы чистишь, баловаться не надо. Да. Ой, ну так не надо баловаться, а то зубная паста в разные стороны будет разлетаться. По всей ванной, да? Ой. Ой, Алиса прям забаловалась. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, Алиса вся теперь белая. Как клоун Алиса получилась, да? Ой, смотрите на Алису. Вся белая. Папа упал. Угу. Так. Ну что, теперь будем ротик полоскать, да? Водичку включаем. Алиса моет щеточку, да? И полощет ротик. Осторожненько. Вот так. Молодец. 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 Вот так Алиса ротик полощет. А теперь как Алиса умывается? Вот умничка. Нет, еще раз ротик нужно умыть. Ротик, глазки. Что там Алиса видела? Смотри, какая смешная. Да, смешная Алиса. Давай еще раз мой. Да, вот так, тик-тик, чтобы глазки тоже чистенькие были, да? Все. Закрывает Алиса водичку. Вот умничка. Ой, не замокла. Ну, ничего страшного. Ну, ничего страшного. Все, аккуратненько слази, чтобы не упала. Да? Для чулочки, чтобы я не падала. Да, чтобы ты не падала на полотенчик. Вытирай ручки. Пижамку. Да. Молодец. Алиса почистила зубки, перед сном умылась. И сейчас пойдет спать. Да? Я буду на кресле спать. На кресле в кроватке. Да. Кроватка. Да. Бим. Оп. Ну все, теперь аккуратненько слази. Ладно, говори всем спокойной ночи. Спокойной ночи. Пока-пока. Спокойной ночи, Алиса. Пока-пока. Спокойной ночи. Да. Всем пока. Спокойной ночи.